За звание чемпиона Якутска по футболу борются 18 команд. В столице проходит традиционный чемпионат города. В прошлые выходные на поле встретились команды «Ирбис» и «Город 312». По итогам игры со счетом 3-1 победу одержала команда «Ирбис». Всего в соревнованиях принимают участие как профессионалы, так и любители, 18 команд. Как отмечают организаторы, уровень подготовки команд возрос и конкуренция стала намного сильнее. С каждым годом появляются и новые команды, и ребята растут, все это, ну, они тренируются, более профессионально подходят к этому делу. Каждая команда старается себе привлечь и переманить за других команд игроков, футболистов. Некоторые команды устраивают на работу, платят зарплату ребятам. Ну а так в основном с каждым годом уровень растет, и команды все сильнее и сильнее становятся.